Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Сергей Олег. И сегодня я вам покажу самое американское. Да, точнее, наверное, американское самое. Да-да, дорогие друзья, вы не ослышались. Остров называется Американское самое. Не знаю, насколько здесь правильно это написано. Может быть, Американское самое. Может быть, Американское самое. К сожалению, дорогие друзья, я не знаю, не нашел пока ответ на этот вопрос. Но, как видите, вот такой вот интересный островок под названием Американское Самоа. Сам островок мы не будем рассмотреть, а рассмотрим лишь прибережную подводную часть этого острова. Как видите, я уже оставил для вас несколько меточек под названием замок, балкон, лестница и странная меточка под названием кукуруза. Да, как-то не сходится. Есть замок, есть балкон и лестница. И причем тут кукуруза, непонятно. Ну да ладно, сейчас мы все это выясним. И начнем мы с меточки под названием замок. Ну а дальше по кругу. Вот здесь нашел на дне океана странное образование. Дал я этому образованию название замок. Посмотрите, какое интересное образование на дне океана. Как видим, что, ну, это, скорее всего, не природного характера, это что-то технологического. Как видите, прямые линии, уклоны, наклоны, градусы. Все нам показывает то, что это неприродных рук дело. Это что-то связано с технологическим процессом. Давайте линеечкой замерим размеры этого объекта, чтобы понимали, о чем речь идет. Вот каждый склон в среднем по 50 метров. Длина таких склонов в среднем по 150 метров. Ну и сама кучка в среднем длиной 592 метра, то есть 600 метров. Вот такой вот интересный объект в этом месте обнаружил. Также странный разлом. Если детально все рассматривать, мы увидим здесь также разломчик странный. Похоже на трещину. Также огромное количество террас. Террасы, как видите, не только идут ровными линиями, но кое-где и закругляются. Вокруг острова вот такой вот интересный перепадик идет. Знаете, такое ощущение, что по вертикальной оси, то есть смещение произошло. Одна часть вниз опустилась, вторая наверху осталась. Ну и также, как видите, огромное количество каких-то непонятных артефактов. Что это за сетка, блин, непонятно. Но мы давайте понемногу передвинемся на другой конец острова, посмотрим, что здесь интересного есть. Ну, как вы помните по меточкам, здесь должна быть лестница. Давайте лестницу глянем. Да, вот такая сеточка мне встречалась вокруг островов Гавайи. Но теперь, как видите, и в американском самое встретилась. Также вот такая лесенка интересная. Не знаю, искусственная это или природного характера. Но, скорее всего, искусственная. Я не думаю, то, что природа может создать вот такие вот артефакты. Также давайте линейкой померим средние размеры этой лестницы. В среднем 1170 метров. Также давайте высоту каждой ступенечки посмотрим. В среднем тоже по 50 метров, как и наш замок. Вот такая вот лесенка интересная, дорогие друзья. И весь комплекс этой лестницы занимает в среднем 1000 метров. Вот такая вот лесенка интересная, дорогие друзья. Также интересный выступ, который обрамляет такая вот окоемочка. Знаете, на балкончик похожим. Ну, практически такой же балкончик я вам на другой стороне покажу. Но там отчетливо видно то, что ну реально что-то похоже на балкон. Также вот такие артефакты в форме лесенок мы здесь наблюдаем. Не правда ли интересно?
Давайте продвинемся к нашей кукурузине. А это я назвал вот такую-то интересную гору. Похоже на початок кукурузы. Ну или, может быть, кокос. Кому как. Вот такая также гора интересная, любопытная. Рядом, как видите, горы как горы вроде бы. А это что такое? Ну, знаете, для меня непонятно. Но видно то, что это что-то технологическое. Любопытно, не правда ли, дорогие друзья, что это может быть? Что это за технологическая такая гора? Почему она такую форму приняла? Если обычный террикон, ну не знаю, отсыпали бы, да. Обычный конус бы получился. А здесь что-то странное, все в сеточке. Плюс рядом полосы, гребешки вот такие вот странные, кучки отсыпанные в ряд. Да, интересный островок американский, американская, вернее, Самоа. Здесь какая-то выемочка странная также, провал. Здесь серия вороночек, также в ряд выстроились. Где-то, как мы видели, то есть куча отсыпали линии, а здесь вороночки. Также линии. Не знаю, может быть, конечно, это брак какой-то, дефект этой карты. Спорить я не хочу. Еще раз повторяю, я всего лишь показываю только то, что можно увидеть интересного на Google карте. А что это такое на самом деле, я, к сожалению, не знаю. У меня нет возможности спуститься на дно океана, как и в Кусто, проверить все это детально. Поэтому пока только так. Так, вот здесь еще один сдвиг. По вертикали, как видите, одна часть ушла немного ниже, вторая осталась наверху. Здесь мы видим странное, похожее на какое-то сооружение, не знаю. Может быть, это стены были. Но это не просто рисунок, видите, это остовы. Скорее всего, от строения. Да, и также на суше вот таких вот перепадов очень много встречается, то есть разломов. Одна часть вверх уходит, вторая вниз, поэтому здесь смело можно предположить то, что да, произошло вот такое вот, вернее, вот такая вот подвижка земной коры. Так, ну а мы давайте передвинемся на другую часть острова. Посмотрим последнюю меточку. Как видите, здесь также очень много странных шипов. Такие шипы я вам уже неоднократно показывал. В океане их огромное количество. Ну а также на суше есть похожие шипы. Они у нас находятся в России, это в Красноярском крае. Также есть башня дьявола. Ну, башня дьявола, знаете, это похоже на то, что вот такой вот шипик обломился под самый корень практически. Ну, это мои лишь мысли, мои фантазии. Свои пишите в комментариях, обязательно почитаем. Так, ну и последняя метка у нас осталась под названием балкон. Да, рельеф дна здесь очень-очень интересный. Не знаю, почему все в сеточку, такую полосочку. Здесь гребеночка такая, также странная. Не знаю, такое ощущение, как будто граблями здесь прогребли. Так, все про балкон. Оттягиваю вам показать. И вот здесь вот такой вот балкончик. Знаете, этот балкон похожий на кадры из фильма про «Властелина колец», там, где война была у них в горах. И вот там что-то похоже было на такой же замок. Вспомните этот кадр. Не знаю, если получится, я вставлю сейчас. Если нет, то есть вспоминайте сами этот фильм. Там что-то похоже вот на такой замок было. Да, там, конечно, основание поострее было, но здесь тоже что-то похожее. Посмотрите, парапет такой интересный. Ну и обрыв. Давайте также замерим высоту этого балкончика.
Многие жалуются то, что я очень редко замеряю. Ну вот, стараюсь исправиться. Так, длина по карте 80 метров. Вот высота 80 метров этого балкончика. А ширина перил 143 метра. Да, как-то странно. Ширина меньше, чем... Ширина больше, вернее, чем высота. Хотя визуально это совсем по-другому кажется. Давайте еще раз замерим. Да, скорее всего, что-то непонятно тут показывает нам. Скорее всего, здесь надо по высотомеру мерить, дорогие друзья. Линейка, скорее всего, только по горизонтали правильно мерит. Ну что ж, давайте посмотрим тогда по высотомеру. Так, основание нам показывает. Минус 1186 метров. А балкон минус 721 метр. Вот можно разницу высчитать, в принципе. Вот такой вот балкончик интересный. На острове Американское Самое. Так, ну а мы давайте еще посмотрим, что тут рядышком интересного есть. И что я для вас приготовил. Ага, метка под названием Угорь Город. Вот здесь странный, вернее, не странный, странного ничего нету. Обычный вроде как вулкан, ну или терикон. И название у этого подводного вулкана — Город Угрей. Да, дорогие друзья, вулкан действующий. Об этом нам пишет ссылочка на Википедию, также и название на этот вулкан. Дело в том, что по склонам этого вулкана живет огромное количество угрей. Они облюбовали этот вулканчик, живут здесь, греются от теплые воды рядом с этим вулканом. Короче, живут припеваючи. Но рядом также находится очень-очень интересный терикончик или вулкан. Я его назвал пирамидой. Посмотрите, основание из-под воды немного как бы выглядывает. И основание — это квадратной формы. Это первое то, что мне сразу бросилось в глаза. Ну а также, если в 3D модели посмотреть этот остров, он также очень-очень удивительно выглядит. Давайте покрутимся немного, чтобы вы более детально рассмотрели, что этот островок не очень простой, как говорится. Странный вулканчик с квадратным основанием на самом верху мне встретился. Называется этот атолл Розе. Необитаемый атолл. Но очень интересный. Так, ну а мы давайте приподнимемся, посмотрим, что тут по меточкам у меня осталось для вас показать. Ну, конечно, сам остров под названием Самоа очень интересен. Давайте рассмотрим, чем он интересный. Википедия нам пишет то, что это вулканический остров и действует до сих пор. Да, мы здесь увидим огромное количество кратеров, небольших. Ну, кратеры это или нет, ну, на самом деле, еще нам предстоит разобраться. Не обязательно же сразу же верить, прям сломя голову ученым, то, что остров вулканического происхождения, и все, что мы видим, это кратеры от вулканов. Посмотрите, какое количество таких вот небольших вулканчиков. Также можно увидеть провалы. И практически весь островок вот таких вот небольших кратеров. Вы спросите, ну а тогда что может быть, Олег, по-твоему, если это не вулкан? Ну знаете, ну если пофантазировать и более детально этот остров рассматривать, то мы увидим огромное количество следов от водной эрозии. Как, к примеру, вот в этом месте. И знаете, у меня такое ощущение создается, то, что эти следы появились от того, то, что просто тупо выливали воду сверху. Да и вообще весь этот остров похож не на огромный вулкан,
а на огромную кучу отработанных материалов. То есть по типу, знаете, по огромной конвейерной ленте сыпалась сюда отработанная масса, мокрая масса. А далее она растекалась просто. Где-то, может быть, происходила какая-то реакция, возгорание потом. И эта масса была жидкая, как бы она, как видите, не превратилась в гору. Она так плавненько растеклась, вся эта масса. Ну а далее со временем, скорее всего, в этой отработанной куче происходили какие-то реакции, понимаете? Происходило возгорание местами. Появлялись очаги, которые прорывались со временем в форме вот таких вот небольших вулканчиков. Ну и затухали со временем. Поэтому мы здесь толком-то и не видим ни подтеков лавы, и не тому подобное, а видим огромное количество водной эрозии. То есть такое ощущение, что с самого верха этого островка просто сбегала вода и размывала вот такие вот овраги, создавала, ну и тому подобное. Это мое лишь мнение, дорогие друзья. Как и обычно, пишите свое мнение в комментариях. Что это может быть, вулкан или огромная куча отработанного материала, который со временем из-за химической реакции, то есть местами возгоралось, появлялись вот такие вот небольшие вулканчики. Сейчас в наше время мы уже знаем, то, что терриконы горят, в Украине горят, в России горят. То есть это отработанные материалы, которые сыпают вот такие вот кучи огромные. И они возгораются и горят очень долго. И там температура, пишут, до 6000 градусов поднимается. Такие у меня наблюдения по этому острову. Также и соседний островок очень и очень интересный. Также Википедия нам пишет, что на острове не было исторически задокументированных извержений. Также очень островок похож на искусственный. Огромное количество следов от водной эрозии. Ну и практически идентичные такие же вот кратеры небольшие по всему острову. Вот такие вот острова интересные, американские самые, или Самоа. А на этом, дорогие друзья, этот видеоролик буду заканчивать. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.